Неприятный сюрприз для первоуральских пешеходов приготовили строители. На улице Емлина прямо на тротуаре появился забор. Теперь у прохожих есть два выхода – либо обходить преграду по газону, либо перепрыгивать. С трудностями передвижения столкнулась и Елена Пряхина. Догадались ведь. Прыжки в высоту для жителей улицы Емлина не развлечение, а вынужденная мера. На их пути пару дней назад появился металлический забор. Теперь дорога в школу, садик или работу заводит местных в тупик. Тем, кому метровая преграда не по силам, прямой путь на газон. Обойти можно только по траве и грязи. Раньше люди здесь ходили, нравилась им ихняя дорожка. Сейчас ее заградили. Сейчас они должны обходить вон до туда лишний метр. По этой дорожке каждый день проходят сотни человек. Больше всего не везет тем, кто идет с детьми. Преодолеть преграду с коляской или с малышом даже в обход трудно. Колеса тонут в сырой земле. У прохожих забор поперек дороги вызывает недоумение. А так как там есть лестница бетонная, как бы видно, что там есть должен быть проход. И пошла и была удивлена, что стоит забор, которого раньше не было. И очень неудобно, конечно, стало проходить со всех сторон. Как говорят в городской администрации, забор на улице Емлина появился по предписанию ГИБДД. Преграду поставили для нерадивых водителей, которые часто ездили по тротуару. Поясняют, ограждение должно защищать пешеходов, а не стоять у них на пути. Так и было прописано в проекте благоустройства. Перекрывать проход никто не планировал. Лишняя секция забора на проходе установлена по ошибке подрядчика. В скором времени он устранит свою ошибку и уберет секцию для удобного передвижения пешеходов. В администрации пообещали, что дорогу откроют уже через пару дней. Лишнюю секцию подрядчик демонтирует за свой счет. Елена Пряхина, Денис Храмцов. Новости. Первоуральск.